как сладко. Добрый день. Ой, йо, парасоте. Чё, парасоте? Ты зачем меня разбудил? Я же так сладко спал. А пошли, короче, на базу бандитов ту. Ну, я не знаю, на базу бандитов, но они выглядели агрессивно. Ты достал на меня. И да, всем привет, ребята, с вами снова я, Альба. И сегодня мы продолжаем снимать рубрику «Жизнь военных». Сегодня со мной... Госом. Как обычно. Ну, не как обычно. Я больше всего серии снял с Госомом. А, ну да. Вот, блин, там утопленник. Вот, тихо, блин, что за мост? Это утопленник. Иди сюда. Я сейчас по проходику. Тихо, блин. Я по проходику. Что это за... Это утопленник. Медведь? Это утопленник, что? Я изучал. Я не буду... Утопленник, да, тебе? Ну-ка, сюда подожди. Я изучал это в академии. Тихо. Я изучал это в академии. Иди сюда. О, что там? С него там... Ох ты, что это такое? Это нечисть какая-то. Мне дали, короче, снежки, короче. А нафига нам снежки? Не знаю, с утопленником. Какие-то снежки были. Так, господи. Смотри, какие снежки сюда подойди, смотри, какие снежки. А, крипер! Крипер бомбанул. Я тебе снежки кину. Они не сносят хп. Нет, я знаю, но снежки-то прикольные. Давай, кидай, ты мне. Я уже их кину, да, я знаю. О, рыбка. Ладно, рыбы я не буду трогать, они же хорошие. Да, можно будет их потом хотя бы там можно будет порыбачить, да, но я так как не хочу. Подводной рыбалкой заниматься. Кстати, да, нормально. А у тебя же вроде как удочка была. О, тростник. Не удочка, а ружьё. Пошли. О, а у меня какой-то жемчуг края выпал. Что это такое? Края? Края. А, края? Какой еще края его? Ну-ка, сейчас, что это такое? В смысле края? Чего еще? Я бросил какую-то фигню и ничего не стало. Какого края? Фиг знает. Что за фигня? Блин, и ничего не стало. Ну, короче, ладно, пошли тогда на базу бандитов. Ладно, пошли, бегать не надо, а то у нас голод быстро теряется. А, у меня, короче, мне яйцо дали. У меня же своих мало. Да. Фанугар. Блин, а я блоки не взял и еду тоже. Я же там добывал все железную броню, все еще скрафтил. Ну, такую, я как бы, бронированную. Скрафтил. Из железа, да. Да, мне Саша помог, накопал, и кирку не так а не стоп, дал. Мы, по-моему, не в то, не там а, шли. А, блин, может, тогда я пока до дома тогда добегу? Давай, добеги до дома моего дедушки. Сейчас, тогда я потерял хп. Надеюсь, когда я буду снимать уже следующей серии, он приедет. Угу. Потому что он уехал по делам. Он как он меня странствующий торговец. Угу, сейчас. Может, надо бы он дом на охрану оставить, а? Ну, типа, блин. Да у нас там жителей столько, моего деда, если кто-то у него украдет, и все люлей получат. Потому что мой дед их местный авторитет. Ну, как авторитет? Ну, в смысле, он самый богатый в деревне. Ну, у меня так хлеба еще мало. Давай. Может, сейчас... я телепортатором? А, подожди, сейчас вот все возьму, еще одну пулечку возьму, ну, типа, хватит, наверное, не надо, дерево, на всякий типа... случай тоже саженцы, ты все? Акации, на всякий случай еще саженцы, акации возьму, вот, на всякий ты случай. Ты все? Да, я все, давай. Сейчас хлеб-то там, еще там, сейчас. Все? Давай, где там твой волшебный, ай, блин, еще больно? Так не привыкну, да, вот, голова кружится. Да, жестко. Это жестко. А я уже привык. Я таблетки постоянно раньше вкалывала, то бишь больше вывешивала. Вот я вообще теперь боли не чувствую. Ну ты ж тогда типа сдох с обрыва, типа, или ты только от этой штуки не чувствуешь. Вот она, эта башня. Осторожно. Нет, нам нужна же не башня. Помнишь тогда, короче, когда ты тогда поплыл, мне взял, он такой скинул из воды. Да, и меня тоже. Стой, мне надо похавать. Так, на, давай я тебе могу хлеб. Да, у меня есть стейки. Ну окей, я на всякий случай все. Стейки вкусные. Я люблю стейки. Че, погнали? Особенно в Майнкрафте. А, вот, похоже, да, это вот это да, вот. Да, осторожно. Тихо, я давай туда аккуратно, давай туда. А, гол на ближний бой, потому что там он, это, как с дальнего боя, короче. Пойдем. Там только он вроде как один был, я видел только одного. Ну-ка, стоп. Задержи дыхание. Тихо. Вот. Я не... Всё. А, тут еще босс какой-то. Ах ты, сиди, на. Блин, еще второй. Не убивай его, он может... Может, его надо просто... Стой, подожди. А, да он стреляет, надо его убивать. Всё, это наоборот был, походу, дело не босс. Босс, наверное, за столом да и сидел. Нет, босс, я до него убил еще первым. А, ну да. Подожди, сейчас сломаю, вот его патроны заберу, подожди. Пока не иди там никуда. Подожди, ща. А, тихо, что это такое?
Золото! Бери золото! У меня, правда, нету столько места, блин. У меня, ну, короче, у меня много места, так что у меня... А хотя можно в один стак. Давай я все возьму, давай я все просто возьму, а тебе потом дам. Нет, я тоже чуть-чуть все возьму. Ой. 4 еще. А, блин, 52 мои. Ой, да. Ладно. Ладно, пошли вниз тут в подвал. Что за... Подожди, может, надо поосторожнее? Да там вроде давай ничего нет. Давай я тогда спущусь, давай тогда один. Ладно. Чё? Ай! Чего? Ай, блин! А почему? Чё это такое? Чего, блин? А, скелеты! Ай, фу ты, какие скелеты, солдаты! Это какие-то мутированные, видишь? Они, блин, да-да-да. Нормально. А, мне... А, лол, хоп. А, ёбарасота. Чё это такое? Динамит! А, они хотели взорвать нас? Дробовик! Дробаш? Ну-ка, стой, бери можно? Бери себе, короче, патроны. Ты каждому... У меня есть патроны. Каждому по два стака. А, тогда если... Не, давай ты тоже возьмешь себе. Ну, бери сам. Я, у меня есть. Ну-ка, окей, ну-ка, можно посмотреть, что это за дробаш? Это полный. Нет, а, ну да, я себе один взял точно. Вай. Тут так... А, мне что-то дали. Ну-ка, можно я в тебя выстрелю? Мне какое-то зелье порчи дали, моментальный урон. А, тихо! Это я хотел проверить. Тихо, не надо. Больно? Да, реально больно вообще. Жестко. Капец. Тихо, мне не трогай, это что, не все залутал. Подожди, что так больше не надо делать? Блин. Они, походу, дело хотели ловушку сделать, но они сделали ее коряво. А, подожди, это что такое? Это разведчик. А-а-а. Ну-ка, стой. Вот, есть еще зелье порчи. А с солдатов что-то выпало, иди возьми. Ай, подожди, да тихо, ты меня не бей, я хочу. Да не бей. Это не я. А кто? А-а-а! Что, блин, за монстр? Все, все. Еще второй. Зачем ты, блин, это, походу, они из этих блоков. О, капец. Походу, делает. А-а-а. А это кто тебе так? Давай. О, там еще что-то есть. Да я лучше не буду давать, ты, потому что у меня мало здоровья. У меня места нет. А, нет, у меня есть чуть-чуть. Я сейчас давай. Ты ломаешь, я их. Они, а тут без. Нет, опа, а тут какой-то механизм. Да, в смысле, механизм? А не ловушку делаешь. А, это та, которая у них не сработала, но. Да. Как... Никого нет, окей. Да. Давай-то. Три, давай я на тебе это кое-что испытаю. Подожди. Стой. Рабаш? Не-не, кое-что получше. У меня такое что есть, подожди. Стой. Отойди туда. Вот сюда вот отойди. Куда? Все. Куда я тебе показал? Три. Ой. А, нет. А, нет. Это, я знаю, это зелье, которое... Это я пью, подожди, не. Это не то зелье. Ой, ёбарасоте. Так капец, давай лучше это им оставим, пусть они сами гадость пьют. Вот ты все забрал, ты весь динамит забрал. Давай, подожди, давай сейчас сюда им, подожди, сейчас это заложу. Можно тут нашу базу устроить. Сейчас все заложу, а, нет, я не хочу тут в этом месте страшном, мутированном. Да. Давай, подожди, сейчас я тут сейчас все заложу, ты подорвешь, подожди, сначала сейчас тут все заложу. Тут все подорвется нафиг. Все, вам бандиты, вам капец. Только мы не успеем сбежать. Надо проходик прорыть какой-нибудь. Не-не-не, мы через верх там, это быстро, а мы сами сбежим. Подожди. Сейчас, ты если пока, что, волшебный... Ты пока не надо. Волшебный прибор, если что есть. Я, подожди, я сейчас так поставлю тут все. Блин! Все, мы сдохли. Я бегу! Ау! Нет, все нормально. Сдох. Все нормально. Ау, там еще, блин. Ты сдох? Нет, я не сдох. А я сдох. Короче, это что поставлю? Хотя не, база нормальная, такая скрытная, но. Ну, она мутированная, она какое-то страшное место. Потому что я как Чернобыль какой-то. Ну-ка, стой, я сейчас к тебе. Короче, я тут сейчас тут все. Так, перенес. C4 тут сейчас расставлю. Я к тебе. Тихо. Сами в воду пойдем. Все, воду. А, уходим. Кстати, в воде же динамит не наносит. Вот именно, то, что вот. Да, выберемся через верх. Вам, может, я хочу там еще... А, ладно, пошли. Короче, все, валим отсюда. Все, пошли. Как-то страшно тут даже находиться. О, паучий глаз какой-то. Я сейчас съем, подожди. Это отрава. Ты что, не изучал на уроках биологии, что паучий глаз это отрава? Господи, что? Нет, все прошло. Ты майнкрафтологию изучал? Нет, так-то им питаться можно. Подожди, я хочу сейчас съесть. Подожди, не, нормальная штука. Что такое, подожди? А, кстати, ты отравление. Не, нормальная штука. А ты майнкрафтологию изучал? Это основная наука. У меня всегда такие были оценки по майнкрафтологии. У меня были отлично. Ну, хотя логично то, что майнкрафтология это в основном оборона от мобов. Mm-hmm. Логично, потому что тебя новичком поставили. Mm-hmm. А меня-то вообще давно. Ну-ка, осторожно, прыгаем по деревням, как ассасины. А, так я это уже делал. Ай, блин, я чуть не сдох, я промахнулся. Нет, а тут невозможно было добраться. Не, я лучше поем. Лучше поесть.
Я просто валю. Вкусный хлебушек. Люблю сухомятку есть. Ну, ты будешь хоть водичкой запил? Твой стол водится. Что, этот бред слушаешь? Нет. Бред нет. Вот там этот снова, как его там зовут, утопленник. Вот он идет за тобой. Подожди, сейчас я его... За он мной? Сейчас за мной идет. Не-не, иди-ка сюда. А, ты... Нет. Убей. На, убил, все. Все, пошли домой. Сейчас уже вечер, иду. Надо спать. У меня вообще есть инвентарь заполнен. Иду. Домой, это холодно тут на улице. Тут еще жителей нету, может, это уже заброшено, уже деревня? Нет, там просто... А нет, видишь, они тут нет? Живут просто уже ночью, не на ночь, ночью о, холодно. Подожди, я хотел лечь спать, подожди. Что? Все, я... Ну, наверное, на этом мы будем заканчивать. А я ставьте спать. Лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, спасибо за просмотр, всем пока.